Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Это телефон Xiaomi Redmi 8, и сейчас я покажу вам, как изменить дату и время на этом телефоне. Итак, вначале, конечно же, нам нужно перейти в приложение «Настройки» по классике. Затем спускаемся вниз до пункта «Дополнительные расширенные настройки». Вот, расширенные настройки. Выбираем их. И затем выбираем самый первый пункт «Дата и время». Здесь мы видим первый пункт «Дата и время сети», он включен, а наши даты и время, которые мы хотим изменить, они подсвечиваются серым цветом. Что это значит? Это значит, что нужно выключить дату и время сети вот таким вот образом. И появляется дата и время. Вот, смотрим. Дата и время. Теперь мы можем менять так, как мы этого хотим. Вот видите, время только что поменял. И дату, вот 19 февраля у меня установлено. Могу поменять даже на завтрашнюю. Пожалуйста, уже 20-е. Если же какое-то из приложений говорит, что сорян, ребят, у вас время отстает, часы отстают, тогда включайте опять дату и время сети и не паритесь. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Если видео помогло или было полезным для вас, напишите об этом в комментариях. Ну, хочется знать все-таки. До встречи.